Это что за хрень, ребята? У вас база даже полностью не прорисовывается. Она такая огромная, что она даже не прорисовывается. Это капец! Это что за барак такой, а? Нафига строить такое огромное высокое здание, если в нем всего один этаж? В чем смысл? Где рациональность, ребята? Тут у нас что? Даша-путешественница. От фанаты разошлись-то, а? Там наверняка у них дом. Там что? Ты, кстати, не забудь лайкнуть это видео. Поддержи меня и подпишись на канал, если не подписан. Да-да, именно так. И не забудь про колокольчик. Ага. Сегодня какие-то вазы, абсолютно не имеющие рациональность. Я бы так сказал. Смотри, какая огромная, а толку в ней ну практически никакого. Ага. Загон для живки. При такой огромной базе иметь загон для живки такой, ну не знаю. Чё-то так как-то все масштабно, но бессмысленно, на мой взгляд. Какого уровня-то хоть гига? Ну, но неплохо. А что там? Ну-ка давай посмотрим, какие-то бомжи тут живут. Вот они начали развиваться. Ну, конечно. Блин, а вот это красивый экземпляр. Пацаны прям к успеху идут. Очень красивый анкила. Очень яркий. Классный. Но база. База, конечно. Одно название, не база. Но я думаю, у них еще все впереди. Да. Но главное, начало положено. Ух ты. Смотри. Неожиданно. Они заняли пещеру. Но начали строиться почему-то там, над ней. Очень интересно. И поставили довольно-таки маленький забор. Ну, в смысле, огородили маленькую территорию. Интересно, что у них там в пещере. И почему этот огромный загон здесь, а не вот тут внизу. Так, это надо подобрать, а то вдруг упаду. Очень странно. Очень странная база. О! А вот это уже интересная идея. Смотри, как лестница. Вот это прикольно. А назначение вот этого сооружения я не знаю. Практики, наверное, никакой. И смысловой нагрузки никакой оно тоже не несет. Наверное, чисто как декор. Ну да, стопудово декор. И куча каких-то ворот маленьких сверху. Опять же, без балкона. Да. О, вон там можно забраться наверх.
Ну-ка, пойдем посмотрим. Ага. А там что? А там, собственно, ничего. Там уже соседи. Интересно. О, вот это уже живая база. Ну-ка, побежали, посмотрим. Смотри, они очень любят риперов, судя по всему. Сколько их много. Ой-ой-ой, там еще дальше грузится. Но тут уже смотри, база многоуровневая. И мегачеллон есть. И фениксы. Но эти ребята уже явно любят красиво жить. Ага. Бургеры какие-то. Ну-ка, давай бежим. Посмотрим, что здесь. Смотри. Как ровненько все сделано, блин. Это просто рай для перфекциониста, наверное. Ну и тут по классике. Дай к ворота. Да. О, смотри. А давай им сюда волокна чуть положим. Вот так. Пусть себе что-нибудь скрафтят. О. Ого. Интересно. Это что-то очень интересное. Огромнейшая база. Смотри, как здесь лагает. Как долго она прогружается. Там даже живки нет. Обалдеть. Ну, давай подождем. Интересно, а вот это вот что? Какое целевое назначение этой постройки? Может быть, для какого-то ивента? А может быть, стоило для динозавров? Может быть, у тебя есть какие-то идеи? Я даже не знаю, для чего это можно использовать. Странно. Тут что? Сейчас, подожди, я пока поем. Смотри, что тут происходит. Это какой-то капец. Такое ощущение, что вот сервер лагает вот чисто из-за этой базы. Ты посмотри, какой масштаб. Это столько уровней, столько этажей, столько построек внутри базы. Rough. Да. Смотри, она вся не прогрузилась. Блин, меня аж даже откинуло. О, у него тут еще и свой герб есть. Логотип, так сказать. Давай посмотрим. Rough. Да. Это, наверное, какая-то аббревиатура. Потому что я понятия не имею, как это переводится. Ну-ка, давай пробежим. Вот смотри, просто посмотри вот масштаб этой базы. Если честно, я не видел еще базу больше, чем это. Видал? И это только один большой ангар. Интересно, сколько ребята здесь играют? А вот этот? Но держится он очень прикольно. Аж, блин, как-то колонн не хватает. Еще там, наверху.
Да. Ребята, поставьте, пожалуйста, две колонны хотя бы. А то здание как будто висит в воздухе. Не перфекто. Смотри, я подошел к этой стороне. Та сторона пропала. Давай попробуем залезть куда-нибудь вот сюда. Так, а там что? А там ничего. Ну еще бы, кто-то тут рядом поселился. Смотри. Это пипец. Это просто пипец. Интересно, а что в той башне? Блин. И что, зачем вот эти башни внутри этой коробки? И зачем вот... Блин, как меня откинуло, капец. Смотри, я стою с этой стороны базы, и я не вижу до конца того края, потому что он не прорисовался, не прогрузился. А когда я бегу на тот край базы, я не вижу этого. Представляешь, насколько эта база огромная, что она никогда не прорисовывается? Ты когда-нибудь строил базу, которая никогда не будет прорисована полностью? Я повидал в арке многое, но такого я честно скажу, я не видел еще. Это что-то с чем-то просто. И такие загоны огромные, и такая коробка, и вот эти строения внутри коробки. Мне кажется, ребята играют с самого, наверное, открытия этого сервера. Или вообще с самого открытия карты Рагнарок. Потому что, я напоминаю тебе, это официальный сервер. Нам. Мне очень интересно побывать внутри, но владельцев нет. Я им писал, они не отвечают, видать, АФКшат. Такая вот супер-мега-огромная база. Одна из самых больших, что я видел. Ого, это, наверное, база Илона Маска. Смотри, как светится. А это что? А это рабочий, наверное. Да, ребята тут на электричестве не экономят. Это первая база, которую можно снимать ночью. Без потери, так сказать, освещения. You're busted. Да ладно, чё вы, это ж ПВЕ. Интересная архитектура. Не просто коробка. Тут еще вон что есть. Тайные ходы. Ух ты. Смотри, как там светло. Свет везде. Это одна из самых светлых баз, которые я видел. Хозяева, видать, очень боятся темноты. Смотри, уровень освещения просто зашкаливает. Прикольно. Такой небольшой загон. Блин, туда не пролезть. Хитро. И оттуда никак. Да. Не, нереально. Туда никак не заплыть. Эй, охрана! Охрана, меня засекли! Меня засекли, я понял. Ухожу, ухожу, все.
Блин, ну зачем же застраивать так места спавна, а? Ну что ты будешь делать? Да, придется перезаходить. Ну а ты поддержи меня лайком. И подпишись на канал, если не подписан. Да-да, и не забудь про колокольчик. А на сегодня это все. Потольку поскольку я попал в плен к Илону Маску, больше я эту базу снять, наверное, не смогу. С вами был Keep Games. До следующей встречи. Пока.